Так, ну что, ребятки, все на блюдечке принесу рагу. Да, пацаны задушили. Next, но я, наверное, ластовый, ребятки, с Бальта сыграю и ГГ. И ГГ. На уставочку. Слот еще, я не знаю, он халдит, бро. Я, честно, не хочу впрягаться. Не хочу. Пацаны, красавчики, хорошо сыграли. Сейчас сыграем, one more time еще. GG. Но на 83-й это совсем другой гейминг, пацаны. 83-й это прям... В принципе, слоты также быстро одеваются. Рошан намного слабее. Я почему? Я подумал сразу, ага. Ага, если я возьму сейчас Madness, можно изи заколотить Рошана и нормально. В принципе, пойдет. Пойдет. Не забывайте, ребятки, если что, подписываться на Бальту. Тоже у Бальты скоро 200к, надо тоже добить. Он бы сделал то же самое. Чисто от души. Бальтазар нормальный парень. От Бальтазара никогда не идет негатива никакого, ни с подписчиков, ни с кого вообще. Максимально позитивно, и это самое кайфовое. Вот сколько помню, с другими игроками, когда играешь, именно Ру комьюнити, другой комьюнити, УЗ, КЗ, очень много потом негатива идет. Максимально много. Там эти, изи, там эти, лох. Вот такое. Нужно как-то на уважении делать. Вот Бальтазар по кайфу, с Бальтазаром всегда приятно. Я призываю, пацаны, никогда не негативьте. Там хорошая, плохая игра. Каждый играет как может. И в целом нужно только поддерживать. Ну, не удалась катка, когда там проиграли. Не нужно хейтить, говорить, а, лох, не лох. В любом случае, блин, с дивана виднее, как говорится, да? С дивана прям все хорошо видно. А так, если по факту, когда в игре, это совсем все по-другому, ребятки. Это все совсем по-другому. Спасибо, ребятки, за лайки от души. Кто поддерживает. Красавчики же. Красавчики. GG. 83, конечно, другая. Я бы сейчас пошел бы пофармил. А, так сейчас же СДшка будет, да, наверное? СДшка. Оставь, глаза закрываются. Бро, это будет отдельный видос. Отдельные видосы, я это запишу. У меня много там, у меня зарубы стримеров. И Бальте еще задонатить надо будет. Закинем им донат. За игры, чисто по-человечески. Закинем донейт. После этой катки я закину уже. GG. Так что так. 200, 2000 тенге ставил. Встреть не играл, ты не люблю встретить. Команда же самая или другая? Другая команда. Посмотрим сейчас, какая игра будет. Но эта прошлая игра прям была какая-то жесткая. Ну, максимально тоже на нервах на самом деле эти игры отыгрываются. Не знаю, 83-й, я даже я кайлами попасть не могу. На 85-й изи. Заходишь, тык-тык-тык-тык-тык-тык и пошел. На 83-й сейф сильнее. Да, на 83-й сейф сильнее. Знаешь почему? Нет героев более метовых. На 85-й сейф чуть-чуть слабее. То есть там есть сильнее, например, инвокер тот же сильнее. Тот же алхимик сильнее. На 83-й, мне кажется, алхимика... SF прям, ну, налегке может вынести. Так, ну что, поехал, ребятки. Некстовая каточка. О, так, что-то не то поставил. Да, вот это ставим. Рубен Ассасин. Ени. Спектрас. Фура. Госпек. Ми. Ми. I have Тиди. Ени. НА. No swap. This no swap. И GG. GG, ну второго инвизера нет смысла брать. Второго инвизера, что там? Гиролет, да гиролет метовый, я знаю. Гиролет метовый. Там no swap было, да? Команда. Так, ну тогда можно либо тайдухой с гашем. Тайдухой, либо Эни в лес. Эни в лес и... Эни в лес. И можно душить, в принципе. БКБшки, Black Hole. Go Enigma, парни. Энигма. Вот. Let's go. Let's go, вот постоим. Обливиан. Это ТБшка. ТБшка еще. Бальтазар ВС скинул. Это ТБшка. Он, короче, как-то ТБшку сортирует СПшкой как-то. Я хз. Там какая-то команда есть, наверное. Тяжело будет. Ну, пофармим. Посмотрим. Посмотрим. На Энигме, конечно, будет тяжело. Но у меня два кора есть. Посмотрим, какие они. Крепенькие или нет.
Дум. О, жесть. Мета, мета. Мета. Три мета. Четыре метовых героя там. Четыре метовых героя. Луна, короче, куру не дает. Короче. Зусмит. Айшкири, короче, тут гегепас не бы. Айшкири. Брюмастер еще. Ну, посмотрим. Через палочку если будет лейть он. Куру не дает Луна. Надо каждому самому тут курьера покупать. Эй, не скучно, не. Почему скучно? Нормалды, брат. Сейчас Сол Ринг. Транквилу. Да герочек и погнали. А че, спека и Луна идут один лайн? Кто на мид? Я мид не пойду на Энигме. Вы че? Я сразу написал, что буду. Вуд. Аля, какие тут маленькие они, талончики, прикиньте, они намного меньше здесь по этому, по размерам. Так, я пока обойду, и долоны зафармят. Через этот будем душить. Через стенку. Давай, давай, давай. Оп, давай, давай. Стой, 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 вот так надо. Не иначе. Ну, а я лоханулся, сейчас изикэм заблочу себе, да? Все как обычно, через жопу, это хинализ. Это хинализ, пацаны. О, я еще и даблстак сделал. Так, это ГГ, пацаны. Ха-ха, нормально. Никсом бы, а ты откуда знал, что там пугна будет, чел? Я же тебе ванга, что ли? Че, будем сейчас мучиться с этими, с пулами? Куры нету. Боже, чел, а, она еще тут не открывается. Че? Прикиньте. Если у вас все ровно, значит вы не хинайзис, пацаны. На город наших союзников напали. Ну, погна там душает. Есть. Бальтазар 85-й вообще не признает. Он не будет играть. Серьезно. Бальта никогда 85-ю не пойдет. Сейчас клэп будет такой серьезный. Ну, надо этого забирать. Успеваю, по идее, да? Да, по таймингу успеваю. Успеваю. Хорош. И на руну выйти. ДДшка. ДДшка. Угнал очень быстрый. Да попробуем. Блин, там по таверам про не пройти. Попробуем. Ох, господи. Ну, это, по идее, смерть. Тычка. Есть. Задушено. Хорош. И каждый сам себе куру покупает, парни. Зачем-то. Бабок закинуть пойдет. Ну, хрен его знает. Go. Дальше. Ну, на базе. Все, у меня все артефакты. Сейчас давайте просадим монопулы. Просадим монопулы. Монопулы просадим. На город наших союзников напали враги. Так, выйдите сюда, пожалуйста. Контроль тут, это вообще лютая вещь. Так, ну этого, по идее, тоже успеваю, да? Сейчас на базу пойдем. На базу пойдем. Хорош, отлично. Можно вообще Мидас тут собрать, это же 85-е. Ой, 83-е. Было обидно, когда Ахмед, братан, на СФ проиграл Отику. Получи удовольствие с лучшим. Ахмед хороший микроконтроль имеет, не знаю, что он так. Так, там душат внизу. Кура. У каждого своя кура. Это что такое вообще? Это чья кура? Так, Вивер и Луна. Жесть, что за хрень? Вивер и Луна. А, так. Где? Вивер и Луна. А что за фигня? Смотрите, у каждого своя кура как будто. И никак не шарится. Вообще жесть. Сапог. Сапог. Эска. Можно разобрать? Я не знаю. О, можно. Собу разбираем. Хорошо. Протекшн. Депекшн. Вот так вот. Прикинь.
Тут оказывается у каждого свой какой-то мод, короче, каждую свою куру покупает. Жесть, бред какой-то. Бред какой-то, парень. Какая-то бредятина, пацаны. Че не спишь, Трик? Да душем играем вот. С Балтазаром. Блин, Мидас, гоу. Гоу, Мидас, парни. А 83-й это актуально, вообще жесть. 83-й это карта Мидасов. Будем сейчас курировать боковой лайн просто. Хорошо. Фармим и курируем боковой лайн. Будет нормален. Урбол, хорошо. Блэк Холл есть. Мидасик сделаем, пацаны. Что за мод 83-й? Я не знаю, что это за мод, но типа у каждого тут своя кура. Делают, пацаны. Короче, какую-то имбу. Подожди, не души их, да? А ну, трансмутнись. О, осуждаю. Я тут умру, скорее всего. Я, скорее всего, умру. Да. Вард стоит вот здесь вот. Кто знал? МХ нет у меня. А, Бальтазар ошибается. Топорик. Да блин, мне вообще жесть как тут мешает, да? Вот сейчас бы топоридзе хорошо зашел. Там вард еще поставили. Варды как жесть тут как дорогие. Это ужас. Я Мидас буду колотить. Надо сентри принести, снять там вард. И душить. Сентри в любом случае надо взять, ребят. Давайте кольцо дропнем. Надо снять вард. У нас вивер вроде хороший, тоже адекватный. Уф, душит. И надо этот качнуть. Третий, чтобы поддушивать. Так, вот тут поставим, по идее, тут видно будет. Да? О, прям здесь. Хорошо. Бальтазар поставим. Нормально. Деремся за вижен, за свой. Деремся за свой вижен. Деремся за свой лес, парни. Душим. Так, задушите его. Хорошо. Глифчик. Отлично. Да, долго Мидас, конечно, буду колотить. Но у меня безмятежный фарм тут, в принципе, должен быть. Хорош. Лайк за твое творчество. Не жалко, пацаны. Да, спасибо, ребят, в любом случае. От души. От души в любом случае. Блин, круто было бы, конечно, дагер взять. Но смысл этой карты в том, что вы фармите и выигрываете, и все. Это 83-й. У кого больше фарма, тот и выиграл. У кого больше фарма, тот и выиграл. Этим будем придерживаться. Тут за крипов, за вот этих больших очень много золота дают, пацаны. Видели, сколько дают за сатира здорового? Или сколько за сатира здорового дают золото? 106 золота. На 85-й дают, знаете, сколько золота? Дают 80 золота. Разница, конечно, нормалды, но все равно. Про банан, да, банан уже был, брат. Хорош. Миднайты. Опасно идти дальше. Я подниму туда. Идолонов. Пусть идолоны фармят. Хорошо, каждого крипочка добивать будем, будет прекрасно. Ой-ой-ой. Ой, только не фарми, плюс. Будет душить дальше, да? Ну, отведем. Бежит фармить идолов моих. Это извращенец. Ну-ка, суицидальный, ласхит. Преследует просто. Хорош. Дальше лес фармим. Хорошо. Привет, Аркадий, как всегда на высоте, так держать. Очень приятно смотреть стримы. От души, брат. Спасибо, сам не играю, раньше играл. Понимаю, брат, мы все так раньше играли, а потом заходим там образно. Поностальгировать по мастеру. Вот это что-то чуть не сказал. Спасибо, конечно. Благодарочка. Так, скоро 10-я минута, нужно так сделать, чтобы, короче, деревья не заросли. У меня почти Мидас есть, но Мидас поздний будет, ребятки. Поздноватый Мидас. Ничего не поделать. Что не поделать, ребятки, как могу. 83-й, если честно, темный лес, давно не играл. Вообще не понимаю эту карту уже. Не понимаю. Блин, я быстро выфармил этот кемп.
Очень быстро. Так, 30 секунд. Опа, Гирыч. Щит. Хорош. Души его. О, тут этот инвиз. А, у него дагер. А что, у Зевса ульта была? Так ультани. Жесть. Ну, такое себе. Руин, руин, руин пошел. Заберут его? Отлично. Такие размены я уважаю. Повтора будет за 1000 лайков. Да не, какой я не буду на next играть. Все. Какой тайминг у деревьев? 10-я минута, я срубился. Ну, в принципе, ладно, хрен с ним, сфидил. Но зато мидер там погиб. 4-3 Бальтазар играет. Ну, тяжело на самом деле. На самом деле, Мидас я все никак не сделаю. Надо еще не забывать, что Мидас тут такой своеобразный. Погнали. Жесть у меня, конечно, затар. Еще трансмутить кату тут нельзя, насколько я знаю. Бальтазар дагер купил, конечно. Плохо. Плохо до меня. Так, ну и блэкхола нету. Блэкхола нету, давайте оставляем. Здесь. Там еще сейчас пачка крипов будет. Тут стакнем. Хорошо, этот стак. Далеко так кэмп находится, жесть непривычно. Надеюсь, сейчас они пропадут. Да, уже сейчас пропадать будут. А, нельзя суицидить их. Гоу, пацаны. А, не отвел еще. Вот это жесть. Конечно. Так, Мидас есть. Гоу. Хорошо. Он про банан, повтор. А, да я думал про гейм. Я не знаю, ребят. Хорошо. Так, Малефай сберу. Я розу сейчас не буду брать. Малефай сберем. Тайгер next там срочно. Мидаск 11-й, это очень поздний Мидаск. Ну, сорян бы, пары. 83-я, темный лес. Извиняюсь. Сейчас дагер, в принципе, быстро должны поднять. Пока Black Hole КД все равно. Че париться. Мидаск кидаем в этого. Хорошо. Так, вот этого, по идее, также можно стакнуть, да, как 85-й? Хорошо. О, а тут нет никого. Осуждаю. А как тут зарезаются они? Зарезались, интересно? О, найс. Хорошо. Отблинковался. О, вон он на ХГ. На ХГ. На хайграунде он стоит. Ах ты, Криса влево сдвинулся. Хорош. То есть... А я тут так не умею. Здорово. Вставляем крипа, уходим. Фармим крипами. Я сфижу. Все, останусь один. Хорош. ТП сейва. Дай ему кнопку. Наши воины вступили в бой. Закайтит. Прикиньте, если бы я сразу кнопку... О, сдохнет, нет? Он кинул себе астрал таки. А, ну нормально, заберет спека его. Спека заберет, хорош. Я там не помогу, брат. Бэшек нету. Сор. Б. Можно вообще аркану сделать. Нормально, пойдет. Пойдет. Луна лес ковыряет. Люцифер из прошлой. Не знаю, нормально. Пойдет. Так, 1000 золота есть, Бальтазара задушили. Если бы я сразу сол нажал, забрали бы. Гоу меду, меда с ним. Меда с ним. Хорош. Хорошо. Лесочек. Эти Криса, да? Криса на ват. Хорош, дальше фармим. Крисонавт. Наши воины вступили в бой. Хорош. Пойдет. Отлично. Блин, я слайна забираю еще. Тут подфармливаю. Вообще кайф. Не юзаю сол ринг, хп и так мало. Не юзаю сол. Сейчас дагер уже будет. С дагером будем блэкхол нормально ставить. Пойдет.
Ну сильно задушили. Да там Бара все сделал. Я ни хрена не делал всю игру. Бара красавчик. Хорош. Рисонавт. Что, МПшка есть. Вивер там бегает. Хорошо. Тут можно пройти вроде, да? О, тут пройти нельзя. Лол, я забыл. О, что 83-й. Так, ману не сбивай, да? Хорош. Давай этого меда снимем. Нормально, есть Black Quality. Почти есть. Кнопочка. Дагерочек. Долго, 15-я минута, дагера еще нет. Погнали на топе, трансмутнем. Пока дойдем. А, на топ кто-то пойдет. Понимаю, ты Бальтазара знаешь? Нет, он серб, он не с Америки. Ну, знаю, конечно, сколько. Самый адекватный из этих. Из контент-мейкеров. Он молодец в этом плане. Один из адекватнейших, выразимся так. Так, тут дагер можно будет сейчас поднять, да, по идее? На 85-й я бы купил сразу дагер, а тут можно медаснуть. Кайфу будет. Самое кайфовое, то что у меня есть отпугны кнопка. Именно это... Этот. Малефайс. О, щит. Нифига себе там разнос. Там еще дум. Прикиньте. БКБ-ху next там надо будет делать. Так, дагерочки есть, да? Уж. Отойдем. На город наших союзников напали. Рисонавт. Стакает, да? Хорошо. Наши воины вступили в бой. Пойдет. Отводим. Есть дагер, парни. Надо сейчас пробовать вместе с ребятами. Хорош. Дагер смока. Let's go. А будете трансмутиться? А, жесть, пока ресторятся. Так, есть. Г5. Чё, разница Мидас выстрелилась 5. Мидас на 85-й менее актуальный, потому что ты постоянно дерешься. А на 83-й прям пушка. О, смотри, там иллюзии. Он настоящий. Так, а тут ни хрена не пройти, да? Между этого леса. Это жесть. Это жесть. О, палка стоит. Палку, палку, палку. Этого чела задушили. Смело. Оу. Дальше. КДшка. КДшка. Печалька. Там сейчас он опять палку поставит. О, думчик там. Думчик. Я смока просрал. Надо медас. Палку надо сбивать. Палка люто душит. На город наших союзников напали враги. Жесть, как же долго это будет делаться. Есть смока, но смока в КД. Не знаю, днем, мне кажется, я Black Hole нормально не поставлю. Black Hole я днем нормально не поставлю. Надо максимально аккуратно. Жесть, парень что делает, смотрите. ВТФ. На юл дали. ГГ. Надо как-то аккуратно от зацепа. Жесть. Губа КБ. Я тоже фармить буду.
БКБ-ху надо ему, парню. Я тоже БКБ next буду делать. Только сначала аркану сделаем. То есть там Doom вообще люто на самом деле в этой карте сильный. На самом деле катка еще тут нифига не понятная. Сларингу суицидится? Нет, нельзя. ХП всегда единичка останется. Всегда единичка останется. Так, аркейны. Есть. Бальтазара там нет ничего. Можно смока заюзать тут. Палку разбить бы. Было бы неплохо. Так, ночь. Хорошо. Гоми, да, с ним? О, это иллюзия. Это иллюзия. Здесь Black Hole. Это же иллюзия. Настоящий? Иллюзия или настоящий? Так, ну БКБ next. БКБ надо. Максимально четко. У нас стоит тут на меду с палкой. Надо фармить. Не вижу смысла вообще сейчас драться. Я не смогу поставить Black Hole нормально. Не смогу. Ей надо БКБ, Луни. Она вроде нормально плеет. Ей нужно БКБ отдать и все. Будем нормально делать. А пока у нас такая стадия фарма, и надо фармить. Надо фармить. Поэтому пока фармить надо, парни. Я бы еще меку сделал сюда. Добавок на БКБ. БКБ надо. У нас вивер немного потерянный, я так смотрю. Не знаю, что по игре делать. Знаете, что надо? ТП-шку купить. Я бы еще завардил бы. Карта темная. Аватар, Doom. Ну, а там сосирует, массирует. Ребята, к нам мид. Попробуем на топе принять. Аганим уже. Хорошо. Аганим — это плохо, на самом деле. Я под байча, может он прыгнет. Типа он, возможно, сейчас нападет на нее. Нападет либо Doom, либо Пугна прыгнет. Либо Doom, либо Пугна прыгнет. Пигнет. Не хочется спать, но пока нет. Не сильно устал я. Go вместе. Хорош, но это минус. Хорош. Смелый минус вообще. Тэшку, мне кажется, не зайдем мы. Что там, мид нам ломают, да, Пугна? Гоу, 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 смело. Если Пугна там, то тут мы тоже сломаем сейчас. Хорошо. Дума нету, можно душить. Не достаю. Дарин еще. Отойду. Спектра убьет, но и убьется, скорее всего, да? Хочу позиционку подобрать. Не с кем будет дамажить, если сейчас кнопку нажму. Опа. Такое себе. Надо уходить. Не могу Black Hole поставить. Вообще не могу. Опа, вон он, Doom. Эй, крипа кинул Doom. Лол. Давай тоже задушим. Хорош, Пугна пришел. Меня не надо сосать, брат. Лис. А чисто без Black Hole играем. Сейчас можно разворотить, они как-то потеряют этот позиционку, можно будет. Чисто через Malify сыграем. Не знаю, другой варика я не вижу. Пока что. Так, ну надо уходить, все. Уходим, парни. Смотрите, смотрите, хапает как. Нормально, пойдет. Не ставим ульту, но в целом все нормально. Все нормально. По игре. По игровому процессу. Оу, ты че? Фига себе, у него радианс.
Юра Одинс. Но я, по идее, ухожу тут. Найс. А что он тут делает вообще? На панде на своей. Опа, он еще тут остался, что ли? Оставляем, уходим, парни. Страшновато что-то стало мне. На пол БКБ есть. Интересно, а как тут аганим работает на 83? Сейчас посчитаем. Также дает розу одну левелу. Типа на базу. Так, добавляет урон Midnight Pulse. А, да, также, видимо. Окей. Две разные карты, тяжело играть. На самом деле очень много тупников. Но ассисты главное, ребят. 7 ассистов имеем. Ровненько. Все ровненько. Пол жесть еще и подфармим. Давайте, знаете, что сделаем? ТП-шку дастым. Вот так вот. Я думаю, так импакта будет намного больше, чем этот огракс, который мне дает там немножко хп. И все. А пугна, в принципе, за один малый файс умирает. Но пока у него нету БКБ. Это происходит так. Нету БКБ. А нету БКБ, это так как-то. Сейчас у этой появится тоже БКБ. У чувихи на луне. Будет вообще по кайфу, парни. Вообще пушка будет. Хорошо. Возвращаемся сюда. Индарин душит. Я не буду там помогать. В смысле? Хорош. Нифига там драки, да? Или нет там драк? Спека убегает. У меня почти БКБ есть. У нас на спектре, в принципе, нормальный парень. Old school. Хорош. Old school. Наши воины вступили в бой. Пусть пацаны работают. Я внизу поработаю. Ля, там весело на топе. Погнали. Гоу-гоу-гоу. Наши воины вступили в бой. О-о-о, вот это я дал Black Hole. Давайте душить пугну толпой. Он успел отблинковаться, жесть. Ой, я убегаю. Ух, я живой. Хорошо. Успел с Black Hole выпрыгнуть, нифига себе. Но он на атаку прыгал. На атаку прыгал, не на деф. Ля, там думчик еще. Ничего себе. Ну пойдет, пойдет. Чего стрелять захостил? Это не хост, это с Бальтазаром играем. Жесть. Наши воины вступили в бой. Давай на БКБ-ху. Жесть. Первый Black Hole, как обычно. В принципе, без Black Hole справляемся, если того нахрен нормально. Сейчас вниз пойдем толкнем. Дасты есть. Мне кажется, они тут проиграли уже. У них кора как такового сильно нету. А там Black Hole и будут хорошие. В принципе. Black Hole и будут хорошие, думаю. Лишь рак с солбустером. Нормально. Артефакты я имею, Мидас делает чудеса. Сделать чудеса. Хорошо. Главное, Black Hole имеем, ребята. Что тут можно на ману собрать? Только хекс. А я бы Октарин собрал, типа Октарин рефрешер. По сборке старичка от новичка. Ну, в принципе, думаю, да. Ребята дерутся там, да? У меня есть, в принципе, Midnight, есть Malifice. Умирает 100%. Хорош этот тоже. О, щит. Нет, подожди. Но трипл килл почти на вставочку. Я как больно, жесть. Ужас. А я сейчас с диаболиков умру. Жесть. Я думал, я здесь выйду как на 85-й. Я не могу отсюда выйти. Какие же тут поломанные хайграунды. Это жесть. Прикиньте, я думаю, ну сейчас выйду быстренько. А я такой сдал, в дерево уперся. И смотрю, диаболики убивают. Я такой, о боже. Ну пойдет. Ничего страшного.
Все-таки надо, если играть 83, ребятки, надо постоянно ее играть. Тогда будете знать. Я думал, я как обычно сейчас, как на 85-й, запрыгну. Тут можно влево-вправо вот так побегать. Здесь, а тут, оказывается, вот это дерево мешает. Да. Печально. Ну, ладно. Так, 83-я, значит, да? Ты мешаешь мне думать. Хекс. БКБ, хекс. Жесть. Жесть. Ну пойдет, пойдет. С руки задушил всех. Можно аганим, в принципе, сделать, ребят. Аганим сделал. Давайте аганим бахнем. Как думаете? Аганим. Вообще тут радик можно собирать. Блин, 83-я вообще, она такая странная. Может мом вообще собрать? Мом как бы тоже вещь. Мом тоже вещь. Дасты есть. Давайте аганим соберем. Гоним, вот это продадим. У нас Луна там залагала. 3 левела получил за эту драку. Отличная драка. Кто туда поставил дерево? Да вообще жесть. Не, ну типа, серьезно. Я не ожидал, что там дерево будет стоять. Ну типа, блин, как бы, да? 83-я, 85-я, казалось бы, там разницы нету. На самом деле разница огромная. Типа, знаешь, дело привычки. И дистанции, такое ощущение, что на 83-й они какие-то, знаешь, они более длинные. Несмотря на то, что 85-й на риле больше. Так, 2000 золотых, это XY. Хорошо, и остается копеечка. У меня есть Black Hole. Есть БХ. Го, есть БХ. Ну, я здесь где-нибудь спрячусь, если что. Нападу. Нападу на ребят. Просто здесь буду стоять. Аганим, рефреш, собери ПЖ. Аганим, да, собираем. Мне нужен какой-то хоть дополнительный монопул. Аганим мне даст этот монопул. Аганим мне даст этот монопул. Так, он на топе, да? На топе. Бальтазар, если на топе, можно не париться. Они не знают, что мы хочешь пить. Хорошо, фармим дальше. Фармим дальше. Левел у меня хороший, мне, в принципе, не надо. У меня 20 левел. У меня хай левел на карте. Интересно, с чего это? Опасно, кстати, соло стоять. Дум может тут выцепить. Погнали к ребятам. Оставили идолонов. Все, let's go с пацанами. Так, у меня осталось 300 золота до аганима. Радик выключенный у панды делает БКБ. БКБ не поможет. Как занесло 83? Это с Бальтазаром играем. И все. Так, жалко, ульт будет первый без аганима. Такой. Самый боевой ультимейт будет, но без аганима. С аганима будет. Это минус. Хорош. Оп, отлично. Так, есть. А возможно и с аганимом. Кто его знает, то я ухожу. Главное в наглую цеплять и все. Вот я сейчас вообще максимально наглейший зацепил. Вот это тоже можно было сейчас зацепить. Что за тупняк? Аганим летит. Это там топ ломает. Курочки еще не апнутые, пацаны. Но меня Дум, мне кажется, искать будет. Есть аганим. Спека пусть дефит идет. Ни одного Black Hole за игру я не поставил вообще. Пацаны побайтят, я поставлю. Пацаны побайтят, я поставлю. Я БКБ-ху не жал. О, Думчик. Жесть, я БКБ-ху не нажал и просрался. Думал, резко зайду. Душим. БКБ. БКБ упугнули. Щит. У него там дагер по-любому есть уже. Хорош. Это печально, парни. Я БКБ-ху не всадил. Вот так сделаем. Два. Вот так сделаем. Хорошо. И монету еще успеем забрать. Максимально налажал. А это тебе не 85-й на спокухе играть. Да, уже устал сколько? Восьмой час уже стримлю. Да не, просто кнопку не жму. Нормально. Чё там спека не прилетало, кстати? Ну они от дефа задефились. От дефа они нормально встали. Надо, знаете, что сделать? Возможно, гейм даже взять. Там БКБ-ха.
Но если честно, врыв такой максимально конченый был. Ну, как и я, в принципе. Стандарт, блин. Я вас умоляю. Хиназис, стандарт. Если вы видите конченые врывы, это значит хиназис. Это хиназис. Палку поставил. Будет прыгать, я прыгаю. Малафайса и Розу. До свидания. Кура не апнутая, там пацаны не апнутые куру тащат. Успеки, Радик. Нормально. Я гем взял. Думаю, если что. И вместо Мидаса, скорее всего, рефреш. Маны мне хватает. Маны хватает. Я КД еще 30 сек, да? Или сколько? Где? А у меня КД не показывает ультимейт. Это нормально? А, это 83-я. Сори, я забыл. 83-я без багов, говорили они. Заходи, играй, говорили они. Да, если бы БКБ нажал. Но я так двоих там только поймал, и все. Дума я не поймал. Дум бы там ультимейт кинул мне. В принципе, тоже как логично. КД. КД. Опа, хорош. Хорош. Но БКБ тут не нужно, не нужно жать. Бьем с руки и все. Жесть, а лупит, смотри. Хорош. Отстань, да? Но я уйду сейчас. Ульту не пытается. Хорош. Ну, мы проиграем. Проигрываем без ульты. КД блокхоли. Бикиби. Нет бикиби. Гоус Макеичи. Регенимся. БКБ ХКД. Как совмещается Радик промах панги, панды? Ну, на 80 КД. КД БКБ. На 83 КЗ. Сколько? 13 секунд. По идее, не должны спушить они. Он успевает отблинковываться. Не знаю, невозможно так раздамаживать. На БКБ в КД мы. Успел отблинковаться. Тут, знаете, как будто анимации немного дольше. Ну, Луна сейчас умрет, скорее всего, да? Жесть. Я заберу. Палка всех убивает просто. Ну, походу, проиграли. Но проигрываем из-за меня. Я максимально плохо все даю. Максимально плохо даю. Мом, БМ, БМ, БМ. А, БКБ, ХГГ. Не знаю, не могу поймать. Лол ХП был. Какие лол ХП, брат? Ты чего? Прикиньте, со спекой не можем убивать катку. Спека, я, Луна. Я отвратительно прыгаю в эти замесы. Ни хрена не делаю. О, вивер минус. Аганим. А, до свидания, братан. Как можно было этот дум поймать? Он без сапога даже. Там аганим. Аганим там. Жесть. Мы проиграем эту игру из-за меня. Я ничего не делаю вообще. Знаете, тут анимации дольше идут у Миднайта. Дольше идут, это чувствуется. Я прыгаю, я даю, она такая, знаете, вяло так все, на 85-й. Надо вообще запустить видосы, вот это сравнение анимации 83-85, тут она длиннее, эта анимация. А палка там душит. Если пугну, кстати, не убиваем, скорее всего, GG. Он палку поставил в наглую, это же бред, вообще тотал. 6 секунд я резаю, жалко, у меня БКБ не было, я бы не сдох в этом драке. Че у меня по Black Hole, опять не показывает КД. Сколько КД. Мид ломают. Ломают. Заказ у мадам, брат, он через БКБ бьет Миднайт. Миднайт. Хекс там, да ладно. И че себе ты даешь? Че себе ты даешь? На город наших союзников напали. Да минус. Хорошо. Задушили. Еле как, у нее там хекс уже, прикиньте. Вот это я понимаю, дота. Это я понимаю. Дума задушили. Дума задушили. Хорош, это минус. А, мне Юл дает. Ну, дает. Молодец. Пойдет. Ну, качели такие, ребят. Сорян, Black Hole максимально мусорный. Пуш. Да, надо минус 4 сделали, пуш. Надо рефрешер делает. Делать. И надо без Миднайта кастовать ульту. Миднайт надо заранее кинуть в драку.
как-то. И потом прыгать блэкхолом, потому что тут долгая анимация какая-то. Это жесть. Так, у меня есть гем. Давайте 2 варда, 4 варда поставим. Гем пнем. И медас будем сейчас продавать. Гоу, есть блэкхол, кстати. Когда там рез? 36 секунд пугна. Let's go. Кстати, минус сторона сделаем. А, жесть, только поднял их. А, он там бегает, парень. Бальтазар решил не помогать. Но мид ответкой спушили, жесть. Причем изи. Б. О, там драка начинается, да? Самый гудшот. Можем зацепить тут? Или не можем? Я мог бы прыгнуть нагло с Ицидали, но меня бы никто, наверное, не поддержал. Так, ну я вард поставил на атаке. Можно куру тут держать. Это ж моя личная кура, кстати. По кайфу. Стримим, да. 2 часа ночи, брат, а что делать? Курьер сатанин, г? Да что тут такое? Это что такое? Это фит? Это мои варды, что ли, тащит так? Хороший блэкхол на этот раз. Нормально. Но я умру, скорее всего, да? Вивер сдох. Я тоже сдохну, да? Отходите. Ну, вот такое. О, не отхиливается. Ой, спектра так поздно. Жесть. Ну, зацепили, но такая хреновая драка. Это жесть. А спека где была все это время? Почему она не играет? Спек. Где ты, спектра? Напишем ему. Не знаю, я нормально так вроде подзацепил двоих. Блэк Холли подставил, подловил. Там панда на самом деле с Мадносом нормально. Вардит. У нас мид, в принципе, есть. Блин, мы на самом деле хреново сделали. Надо было как-то менее... А чем мы проиграли, в принципе, драку? У нас спектра в драку не прилетела, и все. Вот в чем проблема. Заказ у мадам, брат. Его не потянешь. Он заказ у мадам там. Так, я не понял, а где глиф-система? Ну-ка, глиф-система, работай. Бэкдор-система. Да что ты там стоишь? БМ нажми ты. Жесть, что за трэш? Что за трэш? Все, ката зашла, но минус мид ответкой сделали. Ужас какой-то. Я самый первый сдох и самый долго ресуюсь. Я ж не байбекался. Ну, от моего геймплея все зависит, парни. Я плохо отыгрываю. Медас можно продать. Центр есть, опс есть. Гем я заберу. Гем нам нужен в любом случае. Там хекс, конечно, это плохо. Так, го, вот так сделаем. Идет. Жесть, заваливает ракетами. Топ дефим. Топ упал по-любому. Наши воины вступили в бой. Жесть, я побежал. Го, ну, я КД. КД ульти. Ульти КД, парни. Максимально долгое КД. КД у меня жесть долгая. Че там нету? А, они стоят еще. КД, КД. Давайте подождем. Wait. Wait. Premade. Надо аккуратно, короче, не буду прыгать в замес сразу. Вот так сделаем. Нормально так, поддамажим сейчас. Даже если заберем, будет очень хорошо. Но я не могу сейчас прыгнуть. Там дум луни кинули. Так, ну я БКБ-ху всадил. Душем с руки просто. Хорошо, палка. Отлично. Минус 2. Бальтазар, кстати, без байбека. Но нет смысла, что мы идем центральную, на самом деле.
Трон, мы трон не зайдем, мне кажется. На БКБхе нет, какой трон? Трон вряд ли получится. Драка вообще ни о чем. Как бы она есть, но нет смысла. Рош. Го, Рош, рили, Рош. Так, нужно варп, да, хорошо. Без глимера играешь, вроде это твой любимый артефакт. Это 83-й, друг мой, товарищ, вурдалак, корм. Я пойду пока идоло накину. А нет, так, но мне на экспу не надо. А нет, я не пойду уже на низ, рипы сами пушат. Мне позиционку держать надо, и сейчас завардимся пока. Хорош. Рошан забрали. Отлично. Есть, гоу. Т2. Зря ты так нагло. Б. Куда? Не надо. Вот так, гоу, бро. Наглу не надо. Погнали, мид пока подпушится. Так, варда еще можно. Гоу Т2. Т2. Да, тут линка еще нужна, там хекс. Очень неприятно. И Black Hole, на самом деле, там пацаны боятся, не подходят. Сейчас варды прилетят, я зря куру отбросил на базу. Варды прилетят, и с вардами можно будет сделать вещи тут. Прям, у меня один вард как раз таки, если вот сюда поставим еще. Сейчас, возможно, за Т2 драка будет. За Т2. Палку поставил, да? Хорош. Жесть. О, дум кинул. Хорош. Ну, я умер тут 100%. Ну, есть байбек. Опа, суицидится у меня. А чё если? Задушите. Ну, я байбек, но не будет у меня, да? Ой-ой-ой, добивай. Молнию. А, себя не добил. Так, ну, 1000. Гоу, я решил. Я решил, парни. У Луны есть там кнопки? Еще БКБ есть. Отлично, я мид-дефну и прилечу на тревеле. Гемич туда. Хорошо. Да как он там убивает? Убейте его нафиг. Я сейчас приду, помогу. Хорош. Байбек, он не знает, что я здесь, кстати. Надо бы сейчас помочь. Вивер байбек еще. Все, он меня уже спалил, по идее. Хорошо. Где Луна? Братец. Хорош. Задушить пугну? Пугну задушить. Хорош. Луна не отжирается. Брат, помогу, чем могу. На дума вижена нету. Леш пришел. Жесть, это говно драка уже. У нас уже все потрачено, у нас все лоу-хэповые. Б. У нас все потрачено, лоу-хэповые мы. Так, а Д3. О, БКБ хап КД. Я тоже умер. Жесть. Лютые замесы. Барак, добей. Вивер, чё у нас с вивером? Вообще непонятный чел. Это чё за лютые качели? Зевс тоже слабенький у нас. Вивер почему-то барак не добивал. Вивер не захотел добивать. Блин, я байбекнулся, купил травела. И вообще ничего не сделали. Ужас. Прикиньте. Блэкхоллы мусорные максимально. Мусорные. Но 90 секунд у нас. По идее, не должны никакую ответку они сделать. Хотя могут. Скади там, жесть там панда лютая. Очень много нету. Бальта вообще не общается, как ты на стримах. Но у него специфика другая. Он по-другому действует. Wait us. Stay. FK. Я не знаю, когда у меня там ульта будет. Жесть, но я много золота потратил.
Почему Виру без ножки? Мета новая, братан. Я не знаю, тут вообще максимально странная тема все. Так, ну 40 секунд. Мы можем проиграть эту игру, если сейчас они просто в наглую пойдут и сфидят. Спектра без манты — это вообще жесть. Это ужас просто. Спектра без манты — это ужас максимальный. Максимально уже 30 сек, ждите. Панда просто прыгнет, БКБ нажмет и будет биться. Ей пофиг вообще. О, все, минус. Зевс минус, спектра, если спектру зацепят, ГГ. Зевс минус. Ну, это раки. Раки. Спеку тоже задушат. БМ хоть успеть нажать? Так, ну топ ломаем, глифа нет, 15 секунд. Рез. Wait, wait. Wait, парни. Но нету этих смоков. Смоков нету. Ну, да, сербы. ТБ. Там меня пытаются фокусить. Дум крайний раз на меня кидался. О, вот так сделаем. От дефа. Надо от дефа. От дефа надо. Ага, дума вижу, хорошо. Он рефрешер делает. Ну, стандартный дум 83. Хорош. I have buyback, I don't have buyback. Это GG. Да, лютая катка получается. Жесть. Я не знаю, почему Вир без сапогов играет. Это же жесть какая-то. Нам нужно строго сейчас на дефе сидеть. Прям максимально строго. Давайте вардик возьмем. От меня самая простая задача — это просто прыгнуть и нажать одну кнопку. И все. Прыгнуть и нажать одну кнопку. Угу, мид вышли. Блин, вард ставить я не хочу. Вот ребята рядом, я поставлю. Так, сделаем. Зевс, конечно, лютый у нас. Лютый. Но когда кого-то зацепит, или спеку, или луну, эта катка может закончиться. Поэтому нужно быть готовым. Нужно быть готовым. БКБ-ха у меня максимально отсела уже. Надо байбеки отресторить. Золотишко на байбеке. Мидас, в принципе, на меня работает. 83-я карта. Мидас, добрый вечер. Нормальная тема. И GG. Блин, как спектра и луна одни из мощнейших керри. Мощнейших. Там проблема панда. Если я в панду прыгну, панда может это... нормально сдохнуть. Панда может нормально подохнуть. Мы можем самое плохое, что это может этот... О, смотри, гиролет. Варды ставит. Нифига себе ты лютый. Ну не знаю, цеплять мне его или нет. Типа это чревато, если я прыгаю, я могу сдохнуть. У меня нет кнопок. О, погнал. Как он отблинковаться успел? Жесть. Ну нормально, я дум на себя взял. Дума не будет в драке. Так, убили кого-то, да? Так, кто погиб у нас там? Паренек, да? Зря они продолжают. А, ну нормально, так, да. Почему нет? Если я еще сейчас подойду и хороший блэкхол поставлю. Почему нет? Ну я наперед постараюсь пройти. Если панду еще зацеплю, будет по кайфу. Прикинь, дагер. Так, ну я забайтился. Опа, хорош. Хорош, нормально. Это там в станах стоит. Но я не могу пока прыгнуть, дагер КД. О, хорош. Уф, Enigma Power. Уа, ну это сейчас будет заход. Это заход будет. Неплохо. Минус 5, хороший Black Hole. Выдержал таки оппозиционку. Сейчас крипы зайдут. Go, крипс, хир. Крипс, хир. We must go, push. And GG. Ремастер байбек. Это плохо. Так, есть. Кидаем эту тему. Хорошо. Нормально. GG. Панда дагер там. Я топ ТП дам. Жесть, я без ХП просто. Нормально.
топ-лайн. Let's go. Get back. B. B-B-K-B. Улучшаем. Хорошо. О, ну если я сам сломаю, да, по идее? Сам сломаю. Хорошо. Кого потеряли? Луну потеряли, это плохо. Так, ну мне главное теперь не потеряться. Жесть, я могу рефрешер купить, но я буду без ВВ-ка. Б, Б, Б. Go, wait. Ульти. Зря она байбекнулся. О, найс. Руна хорошая. О, let's go. Let's go. Почему нет? Давайте, знаете что, мидас дропнем. Как регенерация долго хилит, жесть. Прикиньте. Да, мой друг. Так, 5200, да? Но байбека не будет. Го, попробуем. 5200. Через что собирается? Напомните, пожалуйста. Персевранс, обливен став. Рада видеть тебя. А, все, понял. Персевранс у нас тут собирается полностью. Есть. Можно будет 2 БКБ юзнуть. Главное, на Дума не попасться. И пачку бардов возьмем. Wait. We can go top. Сейчас варды возьмем. Они опять в ганг пойдут, они могут этот ганг выиграть и закончить гадку. Так, а варды что, не берутся, типа? А-а-а, печалька, прикиньте. Какой же мусор, 83-я карта. Это жесть. Так, ну у меня есть рефреш. Мне главное не нажать альты на рефреш, типа, знаете, я могу нажать так. Жесть, луна там еще иллюзии берет. ПД. ПД, ульти. Ульти. Давайте этого закинем. И, правда, опасно сейчас, блин. Максимально опасно выходить соло. У меня нет байбека даже. Наши воины вступили в бой. Уф, наши воины вступили в бой. Я уже подумал, Дум, все, настиг меня. Дум настиг. Так, вардик тут поставим, да? На вижен. Там, смотрите, Бальтазар пришел. Оп, вот так сделаем, чтоб он не моросил. А так, а что, можно напасть, да? Заказ у мадам. Души его, души. Нормально, по БКБхам. Вот так сделаем, хотя бы этого задушим и рефрешнемся. Хорошо. Есть рефреш. Хорошо. Хорошо. Я рефрешнулся. Гирыч байбекнулся. Вообще офигенно было бы, если пошел бы на базу зарегенился. У меня есть Black Hole. Пофиг, Black Hole в одного тоже нормально. Не толкаем. Да убожество вообще. Второй слот на варды, бро. Максимальное убожество. Так, я могу, если что, на идолон ТП сделать. Видели такой? В смысле? Это что за телепорт, да, такой? Жесть, они идут в бэкдор ломать, короче. Парни, это так не работает здесь. Не спушите. Жесть, куда они так торопятся? 50 секунд. Хорошо, эти крипы тут разберутся. Они в бэкдор пытаются сломать там игру. Если Луна сейчас там сдохнет... А, у нее есть этот Аегис? Хорошо. Как же долго пушится, но я соло не могу запушить. Луна пошла под колодец. А это очень плохо. Очень плохо. Они сейчас резаться уже будут. Луна лучше бы пушил. Ужас какой-то. Что Луна делает? И спека, и Луна. Вот это ВТФ просто. Там 15 секунд, сейчас резаю. О, хорош. Бей. Бей. Хорош. Пиндарина убьем. Ой, хорош. Но, правда, сейчас там уже рез. 3 секунды Бальтазар резится. Бестолковый пуш, на самом деле, произошел. Но они идут под колодцы зачем-то. Надо на базу идти, пары. Black Hole хороший, но они под колодцы бежут. Why? Сейчас напишем. Why dive? Why dive? Это жесть. Могли закончить игру, пацаны фанятся. Это плохо. 70 секунд ресы. Black Hole КД. Рефреш КД. Все, КД. Давайте аккуратно стратегически подпушивать. Там хекс, блин, это страшно вообще, жесть. Куро у меня витает где-то там в облаках. Так, ну Зевс минус, это понятно, Зевс. Ракби. Изи. Изи катби.
Ну мы так еще и не выиграли, парни. Еще и проиграть можем. Не знаю, с Аегисом фанят. Чисто пацаны по фану играют. Ладно, если даже лузанем, типа, что я могу сделать? Коры такие. Я свою задачу пытаюсь выполнять максимально хорошо. Но не получается всегда, конечно. Ну, Луна и Спектра пытаются отдать эту игру. Пытаются. Они могли сейчас выиграть, закончить эту игру. Мне сейчас главное не ошибаться. No. Wait. All mates. All mates wait. Вивер вообще таракан. Бля, там такие сочные лоу хп, да? У Лешего. Надо уходить. Спека? Нифига себе. Би. Чё делают пацаны? Вообще жесть. Посмотри, бесстрашный фит называется игра. Так, ну Бальтазара нету, кстати. О, минус 2, да, будет? Хорош. Бальтазар в миду. Пропушаем. У меня КД кнопки. КД. Есть рефреш. Только в самый крайний случай я буду юзать рефреш и блэкхолить. Это минус смелый. Хорош. Доминейт. Почти есть КД. Ульты. Так, надо... О, хорош. Идет. КД. 10. У меня где-то секунд 10 КД еще ульти. Где-то КД секунд 10. Гоу туда. Ну, телепорт, типа, ребятки, если что, с земли поднял. Форменты, двойбэк. Этот байбек. Наши воины вступили в бой. То есть, ну тут надо бы сейчас нормально делать, парни. От нас зависит все. Ой, хорош. Просто похлопать. Просто похлопать такой момент. Но это просто GG. Это просто нечто. На ставочку. Всю игру лажал. Ребятки, тут нас напрашивается фраза. Не важно, какой сначала у тебя был Black Hole. Важно, какой был в конце. Запомните эту фразу. ГГ. GG. Хороший Black Hole в конце, ребятки. Ну, я думаю, это прям, ну... О, вот так просто. Мега Black Hole назвать эту катку. Это просто жесть. GG, парни. Неплохо. Давайте Бальте закинем небольшой донат сейчас. Ребятки, чисто от души. Бальтазару закинем. Донейт. Донейт. Донейт закинем Бальтазару. Так, где там Donation Alerts? За каточки поблагодарим его, ребятки. Так. ХФ. Сейчас, ребятки, накладываем. Бальте. Донейт. Чисто от души парню закину. За хорошие игры, за хорошие каточки, парни. За контент, который увидели сейчас немногие и увидят парни потом. Я видосики эти выложу, но чуть-чуть позже. Когда вы их уже смотрите, ребятки, надеюсь, уже там все нормально. Так, есть, все, Бальтазару поехал донейт, ребятки. Пожалуйста, подождите, да? Все, let's go, парни. Бальтазару улетел донат, смотрим. Смотрим реакшн. Оп, давай, давай. GG, man, well played, bro. Двигай телом, отдыхай. Давай, давай. Оп. GG. Давай, давай. Оп. Давай, давай. GG, bro. GG, bro. Thank you, bro, for playing, man. GG, well played with Enigma. Да, на Enigma нормально сыграли. Ребят, ну, в общем, получается, у нас вот такие каточки сыграли с Бальтазаром. Чисто от Душински еще задонатили. Не забывайте, что еще... Так, ну, на видос надо сказать, ребят. Не забывайте, что еще ссылки в описании будут, так сказать, на Бальтазара. Так что, если что, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, и это все. Такие у нас две каточки вышли. GG.